Привет. Здравствуйте, Эмилис. Спасибо вам большое. Где ты был? Сразу. Да ты что, мама меня поставила с ребенком на новогоднее утренник? Где ты дерешься? На утренник. А дитё само пришло с этого утренника своими ножками и говорит: а папа пошел водку пить с бабушкой Егой. Да, кому ты веришь? Кому ты веришь? Он же соврал. Не врал я. Он соврал. Причем ты же дважды соврал. Он дважды соврал. Ну ты сама подумай. Во-первых, ты же взрослая женщина. Ну, ты что, значит, никакой бабы-яги в принципе не существует. Нету бабы-яги. Какая баба-яга-то? Ну, ты подумай сама-то. Что за баба-яга? Ты соврал меня, папа, соврал. А во-вторых, мы пили с ней не водку, а шампанское.